Привет, друзья! Я Быстрый Олень, вновь с вами. Сегодня воскресенье, 6 мая. И мы опять на природе, дышим кислородом. Погода превосходная. Сейчас воду попробуем. О, водичка, можно купаться. Примерно в 120 километрах от Торонто находится Юджиния Фоллс. Водопад. Здесь сделали специальную стену, чтобы люди сюда не лазили. А то можно и разбиться ненароком. Вот на этих камнях. Девушка его назвала каплепад. Вот такое. Высоким мало воды. Вот единица. А любопытные канадцы могут даже подойти и посмотреть поближе. А вниз слабо ему подойти? А вниз слабо, потому что страшно. Идет ближе, слабо ближе. Пересечение улицы Джонсон из Аспен. Скажи, куда мы тебя сведешь? Вот туда. Вот. Куда мы идем? Как сегодня Брюс Трейл. Вот, у кого-то уже мечта сбылась. Такой вот домик. А мы идем на Брюс Трейл. Только для прогулок в лесу. Цветочные полянки белые. Это трилиум, эмблема Онтарио. Напоминает это дерево пищевую систему нашего организма. А здесь вот так идешь. Опс. Кто там? А это тебе какой орган напоминает? Желудок. Сказочные вековые деревья. Да, места здесь, конечно, красивые. Ничего не скажешь. Красивые фотографии получаются в таких местах. Ты же маленькая просто. Нет, мы не все так красные. Красиво. Как-то Михаил Плецковский написал: деньки стоят погожие, на праздники похожие, а в небе солнце теплое, веселое и доброе. Все реки разливаются, все почки раскрываются. Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами. Покинув страны южные, вернулись птицы дружные. Пришла пора весенняя. Пришла пора цветения. И значит, настроение у всех людей. И хорошее настроение не покинет больше нас.